Все, пока наше масло разогревается, смотрите, ребят, какое у меня получилось тесто. Видите, вот оно сходит с ложки одним кусочком. Это одна ладушка получится. Сейчас мы будем с вами дальше ложить наше тесто в сковородку и жарить. Сейчас сковородку сначала разогреется. Сковородка вот эта мне очень нравится. Она маленькая, удобная. Но хотелось бы немножко, вот когда ладушки жаришь, побольше. Ну ладно, будем пользоваться тем, что у нас есть, да, как говорится. Подготовим сразу тарелку для оладушек. Да, оладушки мама жарит. Ты любишь оладушки, да, сына? Вася, нельзя в стол лезти. Тарелку для оладушек сразу приготовили. Так, а где у меня лопатку? Опять куда-то лопатку дели. Так, ну вот есть такая лопатка, что переворачивать. И есть такая лопатка, что переворачивать оладушки. Вот две лопатки у меня есть, этого вполне хватит. Так, ладно. Как я обычно проверяю. Нет еще. Не разогрелась. Так, ладно, сейчас разогревается и будем жарить оладьи. Видите, какие пышные оладушки у нас получаются с вами. Очень вкусные будут оладушки и пышные. Вот такая вот вкуснота у нас получается, ребята. Да, Марин. Ой, Ванечка, подожди, сынуля, маме некуда пока с тобой. Сейчас мама пожарит, и будет Ваня вкусные-привкусные оладушки кушать, да, сынуля? Маринка спит, да? Ладно, дорогие друзья, Мариночка спит еще, да. Ванечка у нас ранняя пташка. Ваня у нас рано проснулся. Ладно, дорогие друзья, продолжаем жарить оладушки. Вот такие вот, ребята, пышные оладушки получаются. Очень, кстати, вкусные. Жарим, продолжаем наши вкусные, привкусные оладьи. Сегодня, кстати, замочила еще ведро огурцов. Хочу огурцы посолить. Потом днем схожу, еще куплю морковку. И, наверное, еще вечером на ночь опять буду варить кабачковую икру. Вань, не ломай, пожалуйста, корзину. Ваня уже не знает, чем заняться. Да? Иди играй. Все с половиной еще ребятишек спят, и ему нечем заняться. Ему скучно стало. Не знаю, чем ребенок себя занять, представляете? Так что, извиняюсь. Сегодня будем еще солить огурцы. Кабачками надо заниматься, надо с грядок снимать кабачки. А то там уже большие стали. Я когда последний раз кабачковую икру делала, там были семена крупные, так я сердцевину все убирала, чисто оставляла такое для кабачковой икры. Ну вот сделала, часть в подпол спустила, часть в холодильнике оставила. Детки кушают кабачковую икру. Довольные. Сегодня мне привезли еще, я купила сегодня еще ящик огурцов. Ну, знакомая женщина, которая мне уже привозила, у нее брала. И еще там кабачки немножко были. Ну и плюс свои снимем, плюс там у меня еще есть кабачки. Короче, будем заниматься заготовками опять.
Ладно, продолжаю жарить оладушки. Всем хорошего дня. Дорогие друзья, я уже накладываю маленьким, но хотела показать, какие оладушки получаются. Вот такие, видите? Смотрите, какие они внутри классные, вкусные. Я маленьким сейчас накладываю тут, чтобы они поели. И вот так вот они с джемом будут кушать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а я продолжаю жарить, так как у меня еще тут целый тазик теста. Хорошо, Мариночка. Мариночка тут кушала, говорит, оставила варенье. Так, ребят, пожарила. Дети уже все наелись до отвала. Просто. Тут лежит еще целая миска. Вот последние две штуки дожариваю. Положила себе немножко. Сейчас пойду чай попью. И как раз смонтирую видео для вас. Да, Мариночка. Получились вкусные. Так, вечером потом еще покушайте. Пышные, вкусные получились. Вообще классно. Едим мы со смородиновым джемом. Ой, не показываю. Не смотрю в телефон, что снимаю. Вообще, ребят, вот. Нет пока такой привычки еще, чтобы смотреть телефон. Ладно, дожариваю остатки, плитку вымываю, сковородку вымываю и пойду тоже попью чай. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Что, дорогие друзья, приготовила я 3 баночки для засолки. Все то же самое, что и вчера, но одну решила сделать вот такое небольшое ассорти. Помидорок очень много покраснело, дети их не успевают есть, они портиться начинают. Вот хороших выбрала, решила сделать одну ассорти, такую баночку. И вот 3 с огурцами. Поставила воду. Сейчас кипятится и залью на первый раз еще только. Ладно, ждем, когда вода закипит, заливаем. Вот еще получится 4 баночки. Вчера 3, сегодня 4, завтра несколько баночек сделаем. И так постепенно мы с вами много назакатываем. Всем добрый день, дорогие друзья. У меня проблемы, как вы понимаете, с интернетом, поэтому видео задерживается. Я сейчас поехала мне в офис в Озон съездить и в администрацию съездить, поэтому вот поехала. Если интересно, то поехали со мной. Прогуляемся немножко по городу вместе с вами. Смотрите, у меня дети в микроволновке делают попкорн. Видите, что получается? Вот помните, я заказывала вот эти вот зерна? И вот они какие получаются. Но я хотела в кастрюле попробовать сделать. Но я потом попробую на видео. А пока вот дети делают в микроволновке. Дед, скажи, пожалуйста, насколько... Я себя снимаю, не тебя. Насколько времени ты ставишь? На минуту и в тарелке пластиковые крышкой накрывает. Все, доставай, доставай. Горячая? Да. Все понятно. Вот так вот дети делают. А я приехала с города. Сейчас покажу, что купила. Ездила я в город, сделала все свои дела. Заходила в администрацию, все сделала. Так, что купила? 2 булки хлеба белого обычного. Ой, господи, из рук что-то все падает уже. 3 литра молока. Так, это один пакет. Второй пакет, то, что я купила в городе, это батоны. 2 обычных батона взяла и 1 чесночный. На пробу взяла, попробуем. Но я как-то брала уже, по-моему, в пятерочке. Вроде ничего вкусный. Также купила еще детям орешки. Сейчас разделю и дам всем деткам. Вот такие вот конфеты. Знаете, ребят, что забыла показать? Заказала на Озоне вот такой вот мед и пришла сломанная крышка. Сейчас открываю, крышка сломанная. А мед так-то вкусный. Цветочье. Мед алтайский разнотравье сбор. 750 грамм. Красивая баночка. И вкусно пахнет. Натуральный мед. И вкусный. Ладно, вот такая вот была посылочка. Жду Егора, когда он оденется, на сходить в овощной магазин. Мне на морковку, мне на чеснок, мне надо острый перец, чтобы солить огурцы и варить кабачковую икру. Лук у меня есть дома еще. Ну вот надо этот прикупить и взять. И потому что кабачков много, огурцы тоже есть. Что-то купила, что-то знакомое у мужа. Тут рядышком живет, принес, дал. Поэтому будем упаковывать, все будем делать. Завтра у Светы день рождения. Будем ли что-то делать, я еще не знаю. Ну, посмотрим. Торт-то все равно куплю.
Там посмотрим уже, как по самочувствию будет. Ладно, жду Егора, и мы поедем. Тьфу, пойдем в магазин. Тайсон, ты линяешь, тебя опять чесать надо, да, Тайсон? У Тайсона есть специально такая расческа, чтобы вот когда он линяет, мы его вычесываем. Да, Тайсон? Потому что иначе у него столько шерсти. Ой, Егора увидал, смотри, как забегал. Егора увидал. Ты думаешь, он к тебе, что ли, идет? Ага, сейчас нужен ты ему. Ладно, пошли в магазин.